Сегодня мы устроим тест разных петард под водой. Мы возьмем от самого простого корсара до самой мощной мега-джамбы. Ручная прям. Не знаешь, что это за птица? Это утка. Мы только собрались взрывать петарды, и тут приплыла, откуда ни возьмись, утка. Я не знаю, дикая это, домашняя. Ну, домов здесь рядом нет. Ну, я думаю, она улетит, когда услышит бахи. Да, конечно, она ж не дурная. О, она уходит, поехали. Это называется бомбочка-плетенка. Берем первый корсарчик, именно с него мы и начнем. Обматывается проволокой и привязывается грузик. Все, бомбочка-плетенка готова. Ну что, поехали. Уточка уплыла, ей ничего не угрожает. Зато мы достаем зажигалку, поджигаем. Не понял, это и все? Вы слышали, ребят? Это был пук, и все. Походу, вода сработала как глушитель. Но мы, конечно же, попробуем еще. А следующая у нас Diamond Pearl от фирмы Maxxam. И сейчас мы это чудо пиротехнической мысли будем взрывать под водой. Выглядит она более безопасно, потому что длинный фитиль, но это все-таки К0203, это довольно мощная петарда. Поехали. Ой-ой-ой. Вы видели это зловещее бульканье? Оно так злостно булькало. Но взрыв был довольно тихий. Переходим к более мощной петарде. Это Diamond Pearl, но только уже К0204. Смотрите, как они выглядят. Довольно-таки грозно. Зловещее бульканье. Еще не проиграла. Такая вибрация была. И прям болотный запах пошел со дна. Следующая у нас мега-пиратка P1000. Польская. Очень мощная. Мама родная! Это как атомная бомба. Она до сих пор булькает. Так рвануло. Земля прям задрожала. Пиратка творит чудеса. Переходим к P2000. Это мегапиратка еще более мощная. Шесть. Капец! Ты видел, прямо вибрация пошла по земле? Я прям почувствовал по ногам, прикинь, в земле. Такой инфразвук камера этого явно не передаст. Я думаю, это был лучший из того, что я видел. Ух ты, что у нас тут следующее? Да это же циркоблиц, комбинация мат. Кошмар. Ребят, такое под воду, конечно, отправлять это немножечко стрёмное дело, но мы ради вас сделаем. Он горит, что-то будет. Да-да. Может большой будет. А там посмотрим. Подвел. Но есть один секретный метод, как этот циркоблиц заставить не затухнуть. Сейчас я покажу, как это делается. Берем циркоблиц и берем корсар первый. И аккуратненько продалбливаем у него вот здесь вот дырочку. И в ту дырочку засовываем первый корсар. Плотно, очень плотно, до самого конца. Корсар первый не тухнет в воде. Вот в чем фишка. Сейчас мы его подожжем, он своим взрывом подожжет циркоблиц. Будет очень жарко. Что-то не затухнет. Она вылетела, прям вырвалась и так рванула. Это такой был дикий шум. Втыкаем аккуратно петардочку ей в попку. За счет грузика, надеюсь, этот монстр не взлетит. Циркоблиц. Опасная штука, кидай. Близко, не совсем. Обалдеть! Вот это адреналинчик! Вот это бахло! Ну посмотрите, какой ты его полюбуйся. Прям хоть это того. Попробуем розочку. Это такая штука, она крутится и искрит. Плавает. Вот свинья. Надеюсь, не бахнет. Это было круто. Давай еще одну. Мы хотим попробовать еще одну розочку, но эта розочка не простая, она с бумом. Тут написано бум. Поэтому мы привяжем грузик, чтобы этот бум произошел на глубине. Вот ее видно, там прекрасно.
Я видел, как она вот так там круги наматывала. Прям светилась, вот так медленно, вот так. Ну вот и настало время самой мощной петарде. Мега-джамба. К ней надо очень большой груз, потому что она очень легкая. Я не знаю, чуть ли не кирпич вязать. Иначе она всплывет и будет такой бах мощный, что тут все оглохнут. Отлично, она на глубине. Сейчас будет что-то. Хоть бы не затухло. Блин, мега-джамба, как ты могла? Ёлки-палки, такую петарду утопили. Мега-джамба нас подвела, поэтому попробуем биг-бум. Это почти то же самое, но чуть-чуть поменьше. Пошла, родина. Охренеть. Сколько пузырей. Я, кажется, не ошибся. Земля реально... Она поднялась, реально. Земля реально поднялась в момент взрывов. Сейчас мы взорвем Люцкугель. Это фестивальный шар. Будет очень жарко. Я, честно, даже не представляю, как он себя поведет под водой. Поэтому мы привяжем большой грузик. Вот такенный. Потому что вдруг что-то пойдет не так. А у нас большой грузик. Подожди его где-то, когда до сюда догорит, кидай. Понял. Нормально, нормально. Жди. Кидай, кидай. Блин, не тонет. Пошел, пошел. Вот тебе нас накрыло волной. Охренеть просто. Ребята, это очень мощная петарда. Эти люцкугели, это вообще, это жесть. А что если взорвать 500 мощных мега-пираток P2000? Но это уже совсем другая история. Следи за каналом, чтобы не пропустить. Ну что, предлагаю напоследок без грузиков две вот эти закинуть. Отбегать далеко. Это цирковлицы. А они неадекватные, потому что они летят куда хотят. Мы не знаем, куда они полетят. Придется прятаться. Быстро кидай. Кидай, кидай. Давай следующую. Давай. Уходим. Балим. Наконец немножко пошумели. Закинь их куда-нибудь подальше. Там, внимание, сейчас. О, все, да. Прямо на ходу собираемся, потому что было очень шумно после последней петарды. Мне кажется, что не все могут понять этот шум адекватно. Пошумели и свалили. Надеюсь, мы вам подняли настроение. Кто там не пристегнулся? Это ты. Как? Я. Нет. А, я на ручнике еду, прикинь. Настолько быстро мы тропанули, что я даже машину с ручника не снял. Ой.